Всем привет! Сегодня я расскажу немножко о том, как грести байдарочным веслом именно на Покрафте. Есть некоторые особенности, которые для Покрафта важны при гребле, именно как на байдарке. Во-первых, не все это знают, те, кто даже достаточно долго гребет на Покрафте, но... И кроме того, для новичков это будет сэкономить много времени, если они будут сразу знать некоторые особенности. Начнем с самого начала. Об этом я в прошлом ролике своем говорил уже, про выбор весла, его характеристики для гребли. Ну, коротенько повторю. Значит, начнем с хвата. Хват байдарочного весла. Очень важна ширина рук, расположенных на цевье. Как правило, все, и это правильно, советуют хват подбирать таким образом. Весло над головой, угол в локте 90 градусов, и таким образом определяется хват. В 90% случаев такой хват подходит практически каждому, да. Но иногда бывают ситуации, когда, допустим, анатомические особенности человека отличаются от среднего, и, например, высокий человек с длинными руками, у него так получится, что если он возьмет правильным хватом, то руки окажутся возле лопастей. И грести ему в таком положении рук очень неудобно и неэффективно, и технику придется ломать. Значит, тогда ему надо взять, конечно, чуть поуже. Он возьмет уже, и ничего страшного в этом нет. То же самое, если, допустим, маленький человек или там, не очень высокого роста, с короткими руками, девочка там какая-нибудь, значит, ей можно взять пошире, наоборот, чтобы тоже технику сохранить. Длина весла, я уже говорил раньше, ну, повторю, она выбирается, исходя из того, какая лодка у вас используется и в каком стиле вы гребете на этой лодке. Про стили. Стили могут быть спортивные стили, скажем так, отдыхательный стиль, да, когда человеку не требуется высоких скоростей, хорошо вкладываться в грибок, тогда руки и весло, соответственно, не нужно поднимать высоко, весло находится низко над водой, с него не капает вода в лодку, и эффективно грести в ней тоже не получится. Но зато человек медленно и не уставая может грести долго. Спортивный стиль подразумевает максимально эффективное вложение в грибок. Это можно сделать только если руки подняты, особенно верхняя рука. Верхняя рука должна быть поднята на уровне головы, не ниже подбородка, как минимум. Вот. В этом случае угол, под которым расположено весло к воде, другой, да, в дыхательном стиле он, допустим, вот под таким углом, да, когда спортивный стиль, он угол увеличивается. Соответственно, изменяется и длина необходимая длина весла. Каким образом она определяется? Значит, в моменте наиболее правильного, так сказать, эффективного движения во время гребка, а это примерно, когда весло находится, корпус ровный, ровно расположен перпендикулярно оси лодки, нижняя рука прямая, верхняя почти прямая. Вот в этом положении лопасть весла должна быть практически в воде. Если отдыхательный способ гребли, тогда получается, что весло, чтобы загрузить ее в воду, должно быть дальше, да? Соответственно, весло должно быть длиннее. Если спортивный стиль, то, соответственно, оно может быть короче. Вот таким образом подбирается длина весла к той лодке и к тому способу гребли, который вы планируете использовать. Есть современная такая мода, когда весло при гребле держит практически вертикально, вот таким образом. Здесь возникает сразу несколько ошибок, которые мешают грести правильно и приложить максимальное усилие при таком расположении весла нельзя. Прежде всего, это то, что верхняя рука, она является опорой для того, чтобы сделать вообще грибок. То есть нижняя рука тянет плечом через связь локоть-кисть, тянет весло, а верхняя рука должна упираться, чтобы получился грибок.
Соответственно, если эту кисть руки перенести в эту сторону, в сторону нижней руки, то получится, что надо упор делать чисто рукой. То есть работают мышцы трицепсы, и нету упора плечом, потому что плечо упирается вперед, а рука в стороне образу получается. И упор не сделать. Ну, представьте себе, что вы делаете отжимания, да? Вы отжимаетесь, при этом руки у вас в районе плеч, локти в сторону, и таким образом работают грудные мышцы. Грудные мышцы работают, они достаточно сильные. Если же вы руки, допустим, соедините, а не дай бог еще вот так сделаете, да, как в данном случае получается, что верхняя рука у нас вот она расположена, она должна толкать. Но как она будет толкать? Она будет толкать за счет трицепсов. Они слабые. Поэтому эффективного грибка не получится никогда. Это одна причина, по которой нет смысла делать такой грибок в байдарочной гребле, когда весло ставится вертикально. И вторая причина, она связана с бурной водой. Дело в том, что на бурной воде во время грибка делается не только толчок, посыл лодки вперед, но и некоторая опора на воду, чтобы в каких-то ситуациях не перевернуться. Каким образом эта опора происходит? За счет того, что весло идет под каким-то углом к воде, и она, весло это опирается на воду и не дает человеку, дает человеку дополнительную точку, на которую он опирается. Если весло поставить вертикально, то ни о какой такой опоре речи быть не может, потому что ну, где ее взять, эту опору? Ее нет. Чтобы она произошла, надо резко изменить положение весла, либо верхнюю руку, либо нижнюю руку, либо две руки переложить. И это все требует времени. И бывает, что просто не успеть во время форс-мажорных обстоятельств на бурной воде, там вал, какое-то препятствие, и человек переворачивается просто. Поэтому вот вторая причина, почему не стоит делать грибок вертикальным веслом байдарки. Значит, мне могут возразить, сказать, что а вот сап, например, сапборд, или каноэ, там, где действительно весло ставится вертикально. Но надо учесть, что в каноэ или вообще каноэный способ гребли предполагает разворот корпуса не только вокруг вертикальной оси, поскольку там в каноэной гребле можно наклониться вперед, тогда этот разворот получается на наклонная ось, и плечо автоматом упадает на то место, в ту плоскость, которая расположена над нижней рукой. Соответственно, получается, что мы упор делаем этот именно плечом, а не трицепсом. То есть в этом способе гребли, в каноэном, который используется на сапборде или в спортивном слаломном каноэ, допустимо ставить вертикальное весло. И грибок получится эффективным, потому что упор происходит через на плечо верхней руки, потому что это плечо находится в нужном месте. В байдарочном же гребле так сделать нельзя. Невозможно каждый раз переносить эти плечи с одного стороны на другую. Это не получается. Поэтому в байдарке весло ставить вертикально, ну, просто бессмысленно. Ну, мне могут сказать, что многие в родео, каякинге используют весло более короткое, чем то, что я рассказал по отношению к покрафту, да? Да, там используют, но там и лодка другая, она, во-первых, ниже сидит, и, во-вторых, она уже, и при правильном положении весла, оно и получается, допустим, вода у меня будет, вот здесь борт у меня будет, вода будет совсем рядом, весло должно быть короче. Вот для сравнения, у меня короткое весло, ну как короткое, относительно короткое, это мое спортивное весло для гребли на слаломной байдарке. Сделать полноценный грибок этим веслом на покрафте не получится. Половина
лопаты в воздухе. Соответственно, мне придется заглубить эту лопату, изменив при этом положение корпуса и рук, что будет неэффективно. То есть мне надо в одну сторону, в другую сторону наклоняться, чтобы весло заглубилось. Соответственно, теряется время на каждом грибке, силы, а эффект получается незначительный. Поэтому вот, допустим, спортивное слаломное весло для каяка 205, а это уже сантиметров на 10, на 5-8 длиннее. И, в принципе, можно еще немножко длиннее, если использовать такой покрас, конкретно как олимпиец. Разворот весла, значит, несколько слов буквально. Для чего вообще нужен разворот весла? Вот если посмотреть лопаты, да, одна вот так вот, другая под другим углом. Для чего это нужно? Значит, когда мы делаем грибок, у нас эта кисть тянет лопасть на себя, да? Она должна быть, ну, практически одними пальцами мы работаем, без напряжения, не вот так тянем, не вот так тянем, а именно ровно держим, как будто мы за что-то держимся, да. Вот. После, в конце грибка эта рука поднимается наверх, и смотрите, что происходит с лопастью весла, как противоположной лопастью. Вот оно было вот так вот расположено было. Теперь, когда я поднимаю эту руку в исходное положение для грибка, оно у нас автоматически становится в то положение, чтобы лопасть весла делала грибок. При этом верхняя рука еще немножко должна повернуться, кисть вот так вот, не вот так вот делать грибок, не вот так вот. Почему? Потому что в данном случае толчок будет в цевьё вот в это место, да, в это место. Оно не очень жесткое, оно не жесткое, и весло будет играть. Это первое. Второе, значит, новички очень часто здесь в результате мозоль натирают. Значит, нужно развернуть, чтобы упереться кистью, ладонью. Вот ладонь держит весло жестко. Вот. Поэтому дополнительный разворот, то есть вот если мы держали весло вот так вот, повернули, оно не до конца еще развернуто, но мы вот так вот если держать. Но если мы кисть развернем, то получится до конца. Вот, соответственно, исходя из этих анатомических особенностей каждого человека и способа гребли, и получается разворот нужный. Например, если грести, не поднимая рук, то есть вот так, да, то этот угол почти не меняется. Вот. Можно грести практически, если вот так грести, да, можно грести вообще не развернутым веслом, и это будет нормально. Но если вы хотите грести более эффективно спортивным стилем, то разворот, конечно, весла должен быть. Никаких там 30 градусов, никаких там 25, не дай бог, да, а где-то градусов от 70. От 70. Это будет наиболее эффективное число для угла разворота, чтобы эффективно грести. Опять-таки могут возразить, что вот некоторые каякеры держат весло развернутым очень мало, там 30 градусов и меньше, да. Но для чего они это делают? Это, например, родео-каякеры в основном такими веслами работают. Почему? Потому что их основная задача работать на бочках, на валах, делая всякие фигуры. И там очень важна опора. Опора, они очень часто и гребут на опорах, и на обратных опорах, и прочее. Поэтому, чтобы не тратить время на то, чтобы развернуть весло, значит, с одной стороны и с другой стороны, у них разворот очень небольшой. И гребут они, не поднимая руку, ходят так, а именно вот на опорах в горизонтальной плоскости в основном. Именно как раз вот, исходя из того, что руки вверх не поднимаются на грибке, им такой разворот
с большим углом не требуется. Они и гребут своим разворотом. Но для прямой гребли, конечно же, разворот должен быть достаточно большой. Угол от 70 градусов, не меньше. Тот, кто говорит о том, что у них связки там как-то нарушаются, это не связано с разворотом. Это либо особенности связочного аппарата человека, либо он просто неправильно нагрузку воспринимает. Например, гребет вот веслом, вот так вот, да, не тянет веслом пальцами, да, а там всей кистью. Либо толкает, опять-таки, не ладонью, а как-нибудь, я не знаю как, но чтобы потянуть связки на гребли или там из... повредить их каким-то образом, это очень сложно. Значит, я не представляю, как это возможно. Какая еще особенность у покрафтов, ну и не только у покрафтов, у практически всех надувных байдарок, они очень легко разворачиваются. У них нет курсовой устойчивости, она очень маленькая. Поэтому во время гребка часто получается так, что когда человек гребет, у него крутит лодку из стороны в сторону. И для этого, чтобы этого не происходило, приходится использовать всевозможные там, стабилизаторы, скеги. На самом деле, чтобы не крутило лодку даже без всяких стабилизаторов, нужно немножко подучиться правильно грести. И для этого не нужно ни короткое весло, а достаточно именно правильно выбранной длины, про которую я говорил, да, то есть для эффективной гребли. Даже под углом, некоторым, ну, разумным, да, при правильной гребле лодку крутить из стороны в сторону не будет. Что для этого нужно делать? Сейчас я просто теоретически расскажу и потом немножко покажу на воде. Могут еще говорить, что если весло под углом, а не вертикально, то лопата движется по дуге. И таким образом каждый гребок разворачивает лодку. Но при правильной гребле этого не происходит. Что значит при правильной гребле? При правильной гребле весло совершает в воде движение лопата. Такое дуговое движение. Чтобы при этом не происходило увода носа в сторону такого, нужно правильно сориентировать лопасть весла. Если лопасть весла будет перпендикулярна его траектории, то нос будет уходить, вот он уходит. Но если лопасть держать перпендикулярно курсу лодки, то есть вот так вот, да, не вот так, когда оно идет, а перпендикулярно курсу, то от того, что оно уходит в сторону, лодка практически не остается на месте. То есть в одном случае и в другом случае. Вот. Поэтому гребок все равно получается прямой. Можно сделать так, что лодка будет на каждом гребке практически не уходить, а идти прямо или даже в сторону гребка. Для этого надо просто развернуть лопасть во время гребка, начало гребка, вот таким образом, чтобы при гребке шло подтягивание носа к веслу. То есть весло движется прямо, но поскольку оно отбрасывает воду в сторону лодки, то и носик этой лодки уходит к веслу, и не происходит рыскания носа. При этом во второй половине гребка, начало гребка вот такое, во второй половине гребка надо делать наоборот, в эту сторону разворачивать. Я сейчас утрированно все показываю. И тогда корма будет отталкиваться от весла. То есть в начале подтягивается, в конце отталкивается. И таким образом носик подтягивается, корма отталкивается. И лодка идет почти ровно.
Ну и чтобы эффективно грести на покрафте, совсем уж, надо, конечно, осваивать технику слалома на байдарке. Ну, покажу просто пару элементов, которые используются там в каноэ, в слаломном, и в байдарке тоже иногда, которые можно применять и на покрафте. Ну, допустим, вот вы идете, и вдруг какое-то препятствие, сучок, камень, и вы не успеваете сделать поворот, продвижение вперед какое-то и вернуться на свой курс, да? При этом можно сделать буквально один грибок, который вас сместит. Я сейчас стою на месте, да? Угу. И то же самое в движении. Вот, такой элемент называется сталкивание. Ну, элементов много различных. Я сейчас не буду на этом внимание отвлекать. Ну, в принципе, может быть, потом можно будет сделать отдельный ролик. Всего. До свидания.